Всем привет! У нас пасмурно, дождик, моросит, видите, небо какое вообще. Картошка вон уже такая подсыхает, уже копали, молодую кушали вкусненько. А еще у нас вот там за забором делали асфальт. И сделали к нам такой подъезд, сейчас покажу. Теперь у нас раньше здесь была травка, но мы с этой калитки, в общем-то, не ходим домой, в деревню. Вот они вот там сделали вот так. Вон. Видите? Видно? Вот, они прям асфальт сюда к нам поближе положили, и круто. Крыжовника у нас еще много в этом году. Калитку надо покрасить. Крыжовник такой вот весь, он... Хоть его и не видать, вот он в кустиках есть такой, но там его много-много-много, крыжовника. Вообще, так хочется еще тепла, но уже как подумаешь, что лето заканчивается, как-то грустно становится. Хотя, говорят, да, у природы нет плохой погоды. Вот зато у нас маленький здесь спит. Изумительно, просто изумительно. Вот домик наш, который в том году красили. Сейчас покажу еще что. Сейчас пролезу здесь. Вот тут земляничка есть, глядите. Видно? Тут земляничка тут такая. Тут еще клубничка есть. Красота. Лепота. Яблок в этом году будет много. Что-то надо с ними делать, наверное. Ходила, кровь сдавала в жемчужину. Что-то синяк получился. Хожу теперь такая красивая. Красотка с синяком. Вот, женщина спрашивала у меня, или девушка спрашивала, почему у нас капуста такая чистая. Ничего мы с ней не делаем, ничего, вот, верите? Не знаю, мне кажется, она всегда такая. Какая она бывает, грязная, что ли? Не могу сказать. В общем, секрета никакого нету в том, что капуста чистая. Она всегда такая. Вот, так что вот, такие у нас дела тут в деревне. Погода, конечно, не айс, но хотя бы сейчас нет дождя. Маленький сейчас поспит, дела поделаем, да, поедем до дома, до хаты. Так что всем пока!